сама теплота, это вообще человек-легенда, человек-эпоха, миротворец сам по своей сути. Хотя он крушил таких гигантов, но сама доброта. Когда он впервые стал победителем первенства мира среди юношей до 18 лет, я учился тогда в 5 классе. И у нас была свободная тема по русскому языку, сочинение мы писали. И я написал сочинение о нем, о Сослане Андиеве, потому что он и для меня, как и для сотен юношей, был кумиром. И я о нем написал сочинение, и так оно такое получилось. Теплое сочинение. И потом, когда мы с ним уже подружились, когда мы были в команде, я ему об этом рассказывал, и он не верил, говорит, ты шутишь. Когда-то о нем Расул Гамзатов, когда спрашивали, что вы можете сказать о Сослане, он сказал, это поэт на ковре. Он до последнего, пока он не заболел, всегда принимал участие во всех форумах спортивных и, конечно, вселял уверенность в ребят. Сослан Петрович не только был моим кумиром, а был кумиром всех детишек, десятки тысяч, которые живут в Осетии. Я, когда первый раз попал в зал «Динамо» вольной борьбы, увидел фотографию Сослана Петровича на стене и подошел к тренеру и спросил, этого человека когда-нибудь мы увидим? Он говорит, да, тренер нам говорит, обязательно увидите, если вы заслужите своей работой, своим вниманием, своими тренировками, то обязательно один день он здесь появится. На самом деле мы тогда, наверное, не поверили тренеру, но спустя там несколько месяцев, на самом деле этот великий человек, гигант, наш земляк, появился в зале. И мы от волнения перестали тренироваться. Но я был парнем из деревни, более настырный, подошел к тренеру и попросил, чтобы он поговорил с Сосланом Петровичем, чтобы он разрешил с нами сфотографироваться. Ну вот так мы и сфотографировались, и постояли рядом с этим величайшим человеком современности. Возможно, поэтому и нам тоже что-то удалось в жизни. Сослан Петрович был первым олимпийским чемпионом. Он придал нам уверенности в том, что мы тоже можем чего-то добиться в жизни, можем показать результаты в спорте, можем заходить, залезать, запрыгивать на пьедесталы почета. Мы называли его Гагарином, нашим Гагарином. Сегодня, к сожалению, мы его потеряли, это очень тяжело. Помнить будем нашего Гагарина.